Сейджан Камытбеков – молодой госслужащий, работает в сфере сельского хозяйства. Делится амбициозными планами и уверен, что сегодня в стране есть все возможности для получения качественного образования, развития, трудоустройства и ведения бизнеса. Послание главы нашего государства Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, да, имеет место, и оно в тренде. Я его поддерживаю, и вот... Ну, это как бы девиз молодых людей сейчас. Вот сам как в драйвере. Это как девиз молодых, говорит Сейджан, имея в виду, что послание Касым-Жомарта Токаева полностью отражает актуальные проблемы казахстанского общества. Реформы, предложенные президентом, создают лифт возможностей для развития конкурентоспособного общества. Все больше и больше молодых людей сейчас занимают управленческие позиции. Молодые министры, молодые вице-министры, молодые депутаты. Почему нет? Мне кажется, этот стереотип должен уйти о том, что только взрослые люди или люди определенного возраста способны принимать управленческие решения. Нет. Сегодня молодежь Казахстана – это совершенно другая молодежь. Эти люди молодые, они четко знают, чего они хотят. Они понимают, как к этому можно подступиться, как этого можно достичь. Единственное, что им нужен, это лифт. Это какая-то возможность, которая бы им дала вот этот старт. Я думаю, что наша молодежь еще нас удивит. Умные, амбициозные и предприимчивые молодые люди – это будущее страны. Насколько светлым и успешным оно будет – ответственность каждого из нас, говорят наши респонденты. Сания Кубжасарова, Павел Соловьев, Шохан Таукиев, Кокшиахпарат.